Өтігімізге деп әйтіп қоямын ларын. Шол мәктәбінің директоры болып шығыны. Руководитель татарского ансамбля «Шадук» Санкт-Петербург. В этом месте исполнилось 23 года нашему коллективу. И впервые мне удалось побывать в Татарстане на большом форуме. Я очень рада тому, что я присутствую здесь на съезде. Очень много интересных мероприятий. Всем хайдадам, Федосова Янифе, Беренцелягундый форум номен, Вик Ошой. Бик бізне оқшы башыладылар, бізне юртілер түрлі организацияларға интересный рассказлар, интересный зданиялар көрсетілер. Бұта бик ұшы. Я семья, я член Ахкалпака, не вам, вот мы вместе с вами. Я в восторге от этого события. Я здесь приобрела и нашла столько интересного. И такие интересные знакомства с поэтом, а с семьей познакомилась очень хорошо, с композитором познакомилась. Я просто в восторге. Добрый день, меня зовут Кузнецова Алексея Васильевна. Я приехала из Петербурга на Всемирный конгресс татарских женщин в городе Казани 2023 год. Сегодня идет второй день форума. Сегодня мы работаем в секциях. До этого успели посетить Казанский федеральный университет, а также частную школу. Конечно, эти заведения не оставили равнодушными меня и моих коллег. Санкт-Петербургтағы иштимағы ишмасының жетекшісі рейсі Аққалпақ Нива Рашитова Хирая Елгизаровна. Біз бинада хәзер презентациялар ясыйбыз. Біздің Петербургта мәдени мәғрифәт эшләребез турында. Шушы бүтін дөнья хатын-кызлары съездында біз зур делегация белән 9-9 кунак булып килдек. Акцентыгыз белән дип татар телебезне бетерергә дә бик булдырам дип, нишләп бу балалар сезнең акцент белән сөйлиләр?